Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Пройти сложную лунку с первого удара для них больше не проблема. Корреспондент Андрей Горгуленко и оператор Константин Головин отправились защищать честь телеканала «Самара ГИС» на турнире по мини-гольфу. У Константина уже есть опыт игры, а вот Андрей первый раз взял в руки клюшку для гольфа. Когда набирали команду, отозвался сразу, говорит: «Спортивному журналисту важно попробовать себя в разных видах спорта». Для меня, как для спортивного корреспондента, всегда классно открывать какой-то новый вид спорта. Стараюсь как можно больше попробовать самому, если ты сам подержал там в руках клюшку, бил мяч. Вот, и тогда репортажи получаются живее, интереснее, и начинаешь разбираться лучше и понимать спортсменов. Турнир по мини-гольфу среди СМИ Самарской области проходит при поддержке Самарского союза журналистов уже в седьмой раз. Федерации признаются, это один из любимых турниров сезона. В этом году впервые для журналистов открыли сразу все 18 лунок, включая самые сложные. Журналисты – это, как правило, очень креативные, молодые, энергичные, с юмором люди. И самое главное, я не помню ни одного дня вот за 7 лет, которые мы эти турниры проводим, когда была плохая погода. Всегда солнце. В командах хоть и было разное число участников, в зачет шли только два лунка. Лучших результата. Борьба завязалась нешуточная. Но точнее других стали гольфисты нашего телеканала, пройдя поле за 137 ударов на двоих и завоевав первое место. Андрей еще индивидуально выступил лучше других. На 18 лунок он потратил всего 56 ударов. Для новичка результат превосходный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!